Добрый день, меня зовут Дмитрий Ластовский, я сотрудник отдела истории музея имени Алабина. 22 декабря в нашем музее открывается очень интересная выставка, которая посвящена 130-летию со дня рождения известного самарского архитектора Петра Александровича Щербачева. Этот человек создал тот облик нашего города, который многими узнаваем, многим нравится. Ему принадлежат множество зданий в нашем городе, которые расположены в совершенно разных частях нашего города. Одно из этих зданий, очень известных, это управление Куйбышевской железной дороги, которое находится на Комсомольской площади, рядом с железнодорожным вокзалом. И это величественное здание прежде всего видят люди, прибывающие на поездах в наш город. На выставке будут представлены уникальные вещи архитектора, фотографии, на которых он запечатлен в процессе работы и в процессе учебы в училище ваяния и зодчества. Будут представлены также ранее не выставлявшиеся акварельные работы архитектора. Петр Александрович был известен как и художник-любитель, который зарисовывал природу, зарисовывал городские пейзажи. И действительно, его работа достойна внимания посетителей. Также на выставке будут представлены детские работы и будут представлены конкурсные работы студентов-архитекторов с проектом яхт-клуба, который, возможно, скоро появится в нашем городе. Выставка «Обаяние таланта», посвященная 130-летию со дня рождения архитектора Петра Александровича Щербачева, откроется 22 декабря. На ней также будут проведены конкурсы, мастер-классы. Мы вас очень ждем. Приходите в наш музей.